Thank you.
Всем добрый вечер. С вами группа Live Bomb Band. Сегодня будут играть для вас инструментальный концерт. Где-то потише в мониторе. И вот Влад Дубровин. Сегодня немножко припоздал. Человек сегодня закончил Гнесинку. Легендарные аплодисменты. Здравствуйте, диплом. Здравствуйте, диплом. Можно простить опоздание. Thank you.
посвящается Маркусу Миллеру. Сейчас исполним композицию, которую написал года два назад. Называется «Плюс для хорошего человека». То есть для всех вас. Thank you.
хорошего человека. Виктор Кузов на второй. Смещение на 1/16. Мы справились. Молодцы, ребята. Сейчас исполним композицию, которую написал вообще недавно. Называется «Арабика». Thank you.
Сейчас исполним композицию под названием «Франкенштейн». Написал Никита Кама.
Франкенштейн. Кому послушать эту песню? Еще одна выпускница, она сидит, моя сестра. Она закончила сегодня РУДН с золотым, хотел сказать, дипломом, с красным дипломом тоже. Давайте аплодисменты. Алина, чтобы ты не только и продвигалась дальше по карьерному росту, чтобы у тебя все вперед. Вот такие у нас сегодня день диплома. Что у нас дальше? Надо в чем-то веселое сыграть. Сереж, лирит сыграй. Легко. Поехали. Сергей Алямкин, композиция «Лирит». Мы поставим пятерочку. 5 плюсов, Сергей Алямкин. Вот. У нас такая юридическая тема. Выносим еще одну композицию на
суд называется «Армянский вальс». Thank you.
Называют просто мальчики. Ребята называют его армянским. Его значит армянский. Написал где-то год назад. Ровно год назад. Чтобы вам еще сыграть. Сейчас сыграем композицию под названием «Шурпа». Вы ели такое блюдо когда-нибудь? Такое восточное блюдо называется шурпа. Это, если взять же опять студенческую тему, это было задание в училище написать авторскую композицию на ансамбле. Для ансамбля. Артем когда-то тоже был выпускником. Артем когда-то тоже был выпускником. Но у меня красная рубашка, не красный дух. И композиция «Шурпа». Попробуем спроецировать этот процесс варения на инструменты. Допустим, берем кастрюлю с водой. Это у нас будет барабан. Так это маленькая кастрюля, давай. Thank you.
У нас еще одна студентка в зале, наш друг коллектива Анастасия Фокшева. Давайте поаплодируем ей и спросим ее спеть для нас. Она тоже выпускница. Она тоже выпускница Российской академии музыки имени Гнесина. У тебя красный диплом? Да. Красный наряд на видео? Да. Вот твой микрофон. Профессионал, ты же из Гнесинки.
все хлопцы. Абсолютно искров. Наш друг сегодня за какой-то день уже пришел к нам. Я думаю, мы так просто не отпустим. День выпускника у нас сегодня такой получился. Не отпустим так просто. Исполним сейчас композицию. Самый известный джазовый стандарт на свете. Summertime. То есть сейчас. В самой неизвестной аранжировке. Настя, ну подхватишь там. Thank you.
Африка. И мы попросим сейчас поучаствовать в этой Африке вас всех. Я отключусь на одну секунду.
Вы слышите, как там? Давайте вы! Отлично, отлично. А вы зачем там играете, мужчина? Человек на стуле играет. А давайте к нам же. Поднимайтесь к нам. Давайте, давайте. Аплодисменты. Человек в галстуке. На сцену, пожалуйста. А вас как зовут? Представьтесь, пожалуйста. Геннадий. Очень приятно. Артём. Давайте попросим Геннадия поиграть не на стуле, а на барабанах. Африка. Давайте поддержим. Мы сначала вы, потом Геннадий. Thank you.
отлично играете. Давайте зал подключим. Где перкуссия? У кого перкуссия?
Спасибо.